Два полсотни первый. Говорит 315-й. Вас наблюдаю. Принимайте леску. Пока ничего подозрительного. Движение гражданских машин по дороге редко. Зеленки при движении не замечено. При сопровождении смотрите по маршруту движения на пару километров. Далеко не отлетайте. Два полсотни первый. Мы уходим на точку. Удачи! Сотни первый, здравия желаю, говорит леска 12. У нас впереди на дистанции 1000 дозор на БТРе. Работай по петле, контролируй дорогу впереди дозора на пару километров и снова до нас. Если что подозрительно, пускай попали ракеты, мы поддержим. У нас пока все спокойно.
по возможности. Слушай, я на прошлой неделе видел, как ваши зминвуд летают. Вот как вы летаете, еще понять могу, но как вы по аэродрому на колесах катаетесь, в упор не понимаю. Объяснишь? Ладно, потом к вам в гости заглянем, поговорим. ГРУшники взяли связного Ибрагима. Раскололи его быстро. Говорят, Ибрагим получил из Грузии много стрелковки и несколько игл. Мужики, будьте внимательны.
поворотом что-то случилось. 2 пол 101. Что там за поворотом? Черт, Серега попал в засаду. Идет бой. 2 пол 101. Засада у Нижней Мары. Выручай. Работайте по зеленке у села. Вертушки, вы где? Хорошо накрыт. Работайте по зеленке, там засада. Попал, молодец! Да, черт! Кажется, прорвались. Серегу потеряли. Вапл сотни первый. Спасибо за поддержку. Дальше сами пойдем.